Всем привет, народ! С вами снова Джесс. И сегодня нас ждет огромное количество боли в Британском музее. Как вы помните, в конце прошлой серии я там не слабо так окреп, не наковыряв и половину хп босса. И сейчас я пойду обратно получить свое. Возможно, я получу люлей в очередной раз. Этого тоже нельзя исключать. С последней серии я наконец узнал, зачем, точнее, что, какая награда за выполнение вот этих вот мини-заданий, которые справа у нас около шарика с энергией. Когда это дело выполняется, мы получаем несколько цветных предметов, или, что реже, бывает спавнится моб. Вот этого вот редкого пляса стрелка, который тоже выдает некоторое количество предметов хорошего качества. Мобы у нас обнулились в этом тоннеле, поэтому приходится по новой пробиваться до музея. В музее чувствую тоже полнейший бардак. Там будут, судя по всему, родные мобы, и будут мобы, которые появились уже после закрытия портала. Что я ожидаю огромное количество. Потому что даже мое довольно-таки ОПшное оружие не сильно помогает тамошнему боссу. Так, тут ничего. Во всех таких комнатах появились бесы-стрелки вместо бесов-воинов, которых забили, можно было встретить в прошлый раз, как я и говорил, собственно. Есть список возможных мобов на уровне, аж какие на нем будут, решает сама игра для данного конкретного случая. Несколько смущает то, что такие вот сгенерированные локации меняются, как им хочется при выходе из игры. Это бы доставило очень много неудобств, если бы не приходилось повторно возвращаться, как сейчас, например. Она по новой сгенерировалась, она по новой заполнилась. Приходится опять это все читать. Из практического режима, но только немножко. Когда остаешься недвижимым долго, тут же пробивать щит начинается малоприятная свистопляска. Так, это мы сможем повышать только на 9 уровне. Что ж, ладно, пока особо повысить нечего. Простите, пожалуйста, это был лук. Противная зачистка локации. Возможно, я это впоследствии все выгружу, возможно, оставлю. Подумать. Наверное, все-таки оставлю, чтобы вы были со мной всегда. Прочувствовали весь процесс игровой на себя. Всякий мусор. Так, перед музеем надо, наверное, разломать весь мусор, который... О, здрасте, а вот музей. Разломать весь мусор, который накопился в инвентаре. Скорее всего, там в мясорубке будет не до расчищения места, а хотелось бы забрать все, что можно из лап этих поганых тварей. Повышение защиты от шока. Ну, щита. Не-не-не. Щита оно дает больше, давайте один. Так, остальное разбираем. Плечи.
боже. Ладно, давайте оденем. Защита от шока, это тоже хорошо. Так, это у нас... Где она? Вот. Ага. Хорошо. Так, ну, что ж. Сколько у меня аптечек? Аптечек достаточно, съедим одну. Пойдемте. И вот мы в музее. Здесь как-то подозрительно тихо. Есть некоторое подозрение, что... Есть некоторое подозрение, что, собственно, разлом все еще открыт, и в таком случае я просто прекращу запись до того момента, как выйду обратно из разлома, начнется мясо. Снайперская винтовка Посейдон. Снайперских винтовок давненько не было. Аж с самого начала игры. Снайперские винтовки очень неплохое. Оружие здесь имеет большой разовый урон. А, кстати, как вы видите... Нет! Разлом хоть и открыт, но... Задание выжить все еще есть, и нужно убить его. Пока смог. Воу! Все, она выжил. Нет? 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 Во, во. Должен жить. Надо жить. Он продолжает спаунить своих прихвостней. Я пока что не очень понимаю, что я должен с этим всем делать, когда он наконец берет их всех. Я грибу по полной программе, потому что мобов стоит реально очень много. Он, собственно, подбегать начинает. Видите, демон. А, ножки есть? А, надо было зачистить. Здесь. Повелитель демонов зовут этих мобов. Их отстрелить несколько проще, чем самого императора. Это не может не радовать. Как ты сюда пролез-то, туша? Так, это что еще такое? Там где-то буянит император. Это, кажется, абсолютно устраивает мое положение здесь, в засаде. Хорошо, что не пришлось по новой все проходить. Было несколько затруднительно. Непонятно, где прочие наспавненные им ребята. Они явно где-то болтаются. Но почему-то не подходят. Видимо, мне очень повезло просто в этот раз. А, еще что-то выпало. А, это вот выпало как раз то, что я говорил на задании. Так. Похоже, на его трупе какой-то портал. Сейчас мы в него зайдем. Посмотрим, что на той стороне. Снайперскую винтовку я разбираю, потому что она даже не... Так, это не на мой класс. Потому что она даже не зеленая. Смысла такие вещи таскать нет. Легко. Так, посмотрим, что за куртка кадета. Электроурон, магическая сила. В общем, не вариант. Кадеточка тоже. Нет, это все... наша тема. Пусть это пока здесь остается. Я хочу найти всех этих ублюдков и всех их перестрелять. Мне очень повезло, что император большую часть времени протупил какие-то там наверху, пока как раз сказать перегруппировался. Это здорово мне помогло. То, что они застряли в стенах, с
если до меня дойти тоже. Ты что же? Не надо так делать. Скупил я, что не зачистил эту локацию сразу, прежде чем драться с боссом. Это меня чуть не убило два раза. Собственно, меня бы это и убило, если бы мне не хватило внезапно... Ой! Не хватило внезапно маны на Гиммельс, которым я спокойно ушел в сторону. Я что-то съел? Мать! Тихо. Не надо так. Иди вон. Ну, как видите, двое таких — это уже проблема. Учитывая, сколько он их наспаунил, это у меня бы... Все было очень плохо. Очень и очень плохо. Я помню первое свое прохождение. Меня здесь просто зажимали в угол и убивали. Прошлось сразу с 8-го в лучшем случае. Сейчас, из-за того, что они там где-то по залам проходили, я смог относительно малой крови отделался, но всего-то раз убили одиночку. Так, что тут валяется? Это все наши запчасти. Это все надо собирать. Так, вот еще один не будет сидеть. Че, прыгнул? Прячешься? Этот мне тоже. Он меня заведет. Я не могу сказать, почему я тут резко занялся зачисткой этих призванных им демонов. Нам уже нужно идти в... Никого? О! Это погонь под потолком. Сзади вестники. Нам уже можно идти в подвал разговаривать с мудрейшей, как написано в квесте. Справа, около панельки энергии. На этом давайте и займемся, потому что сколько можно фармить. Тут кто-нибудь есть? Давайте этим займемся, сказал я и пошел искать недобитков. Последовательность. Сильнейшая моя черта. Так, портал. Где у нас портал? Собственно, как я и говорил, слишком много, собственно, опять. Как я и говорил, с этого момента начинается реальное развитие сюжета, и все перед этим было просто разминкой. Yes. Yes, I can see why. И с этого момента я не помню абсолютно развитие сюжета. То есть до этого момента там то, что с Фоксом, вот это закрытие разлома первого с помощью его устройства. Это все. Я хорошо помнил, отсюда я уже просто не знаю, что происходит. Поэтому будем познавать вместе с вами это. Скромная дама. Я мудрейшая. И не парятся. О, она еще и истина. Хочу увидеть свет. Куда же без этого? Я от нее очень удачно отвернулся. Будем разговаривать спиной. Зато повернулся к этому жуткому угловатому квадрату, который вам придется наблюдать за все время разговора. Есть и другие мудрейшие, стало быть, с которыми можно поговорить. И они хотят поговорить.
Говорить to uncover nonsense is frustrating. To know, to feel importance without real understanding, that is maddening. And yet it was precisely then, amid so much frustrated bewilderment, that man first heard the fabled and near incomprehensible voice of truth. Even if we do win, what will become of us? Only time and I will tell. Я хотел выделять кат-сцены местные в отдельные видео, потому что Electronic Arts немножечко ревностно к ним почему-то относится. Ладно, хорошо, не хочу со мной больше разговаривать, я пошел. Yes, I can see why. Эхо, великолепно. Ревностно относятся, и монетизацию с видео переключают сразу на себя, и вообще вредничают. Непонятно почему, хотя это в этой игре уже чуть ли не 10 лет. Давно бы пора позволить народу показывать что угодно и как угодно. Ну ладно, мы возвращаемся к клану после разговора с этой самой мудрейшей. Замечательно, дали испытывать какую-то фигню и даже примерно не представляли, что она из себя представляет. Вот так, мы прошли первую главу тем временем. Вот он постоянно берет время на подумать. Welcome. Как у тебя дела, да? Рейнджер. Детектор протоплазмы. Сент-Мартинс. Видимо, туда нас сейчас по сюжету пошлют куда-то в эти окрестности. Хорошо, хорошо. Связано с устройством Фокса. Видимо, из этих штук, что ли, делают эти бомбы для разломов. Goodbye. Осторожней там, в общем. Непременно. Hello. Психичка. Надо будет у нее что-то выбрать. Я бы взял вот боеприпасы. Модернизированные демоны. Что может быть лучше? Бедняжка. Создала какую-то херню, извините. И теперь ей, видишь ли, приходится признавать вину, и это ее мучает. Сейчас мы эту херню пойдем убивать. Песы, стрелки. А! Это ты! Ты создала этот геморрой на мою голову. Пока Лан не дал мне топором по голове. Блин, ей прикладом, что я чтоб не расслаблялась. Так, возвращаемся. Если я не ошибаюсь, вот это что-то вроде дробовика. Надо будет приглядеться к этой штуке, возможно, мы нашего огненного лиса заменим. Хорошо, Черен Кросс, нам туда. Выбирать какие-то штуки для него опять. Лорд Максим. Лорд Орфан, Черен Кросс. Хватит кланяться, мужик. Все свои. Все нормально.
Так, эта штука мне ничего не дает. Так. Электрошокер. Одноручный пистолет. Передать привет. Разведку. Опять. Okay, ладно, разведаем. Я все равно зачищаю локацию. Заодно покачаемся еще. Неплохие сапожки. Тебе поспать удалось, психотка? Какое самомнение? Надеюсь, телефон не фонит вам в уши. Это будет, конечно, все уже на записи видно, но глушить его там не хотелось бы. Случайно оставил его слишком близко. Так, хорошо, убить очередного лорда на площади Лейчестер. А во! Так можно открыть. Так, хорошо. А если сюда пойти? Стоп, а там что, в конце ничего нету? Нет, там да забито. Поездом, ну, хорошо, пойдемте на площадь. Приключения зовут. Это что еще за держимая бесами проявочная камера? Успокоительно. Давали все как бы. Ну а мы сейчас этим всем, естественно, применем воспользоваться и по старой тактике Халк ломать пройдемся. Короче, строги. Массовское отродье. Этих мелких ребят, походу, проще всего на бочке какие-нибудь наманивать и взрывать их. А и мелкие их много, и, в общем-то, убивать их не очень понятно зачем. Но если оставишь за спиной, они будут бегать и кусаться. Я, ты выжил. Сколько вас здесь? Мне реально крыс заменили, походу, в этом новом Лондоне. Хорошо бы найти на будущее винтовку, ну, зеленую, синюю, какого-нибудь хорошего качества, снайперскую. У нее и так дальность зверская, если еще в тактический режим перейти. Можно разбирать издалека. Щит, например. Одним серьезным противником. Так, можно куда-то вниз пойти. Я сначала пойду в тупик. Убью всех там. Это вы откуда пришли? Хотелось бы побыстрее взять 10 уровень, чтобы начать уже качать себе шанс крита. Плюс мелкая погонь, иначе не назовешь. Хорошо, здесь нету входа. Музыка очень приятная, в игре я помолчу немножко.
много, много мелочи этой пузатой. Разброс у оружия такой, что... Не получается его зажим гасить, приходится долго ждать смерти каждого отдельного по концу. Ты откуда? Ты слышал, лапками цокает по бетону, зараза. Вау. Хоррор? Нет, это не хоррор. Не надо так пробегать где-то вдали. А что, было бы тут потемнее, было бы очень атмосферно с такими вот перемещениями. О, побежал. Вот интересно, это заскриптовано или он просто шлялся и в радиус агро вошел? Уж больно складно все. Я первоначально хотел выпускать через день видео по этой игре, но что-то как-то меня затянуло самого, и, пожалуй, 6 дней в неделю буду выпускать по видео регулярно. Кейтинг не следует использовать. Но у меня где-то в сумке, как я его должен использовать. Использовал, и чё? Ещё раз. Блин, нет! Так, ну его нафиг. Это ваше успокоительное. Как я уже говорил, мы по старинке. Стрелок ломать. Не-не-не-не-не-не-не, пусть оно там прогорит сначала. Не шибко внушительный босс был. Так, у меня битком сумка, естественно, ничего не берется. Будем ломать. Астральный стабилизатор. Забыл на станции опять выложить все модификации. Пожалуй, оставлю этот пояс и посмотрю, сколько он стоит в продаже. Так, что я с тобой должен сделать? Так я не понял. Да, все, все нормально. Все выполнено. Почему он лежит и отмечен как живой? Фиг его знает. Забагался, возможно. Возможно, я что-то сделал через одно место. Даже более вероятно. Такие себе ребята. Их братюни, которые кидаются электрошоком, несколько опаснее выходят в итоге. Я так понимаю, мы сейчас дойдем до станции Черинг Кросс, так, по туннелям. А может, нас сейчас куда-нибудь по поверхности это выведет? Это что такое? Это что-то маленькое. Крысы-переростки. Так, давайте-ка мы... Во-первых, вынесем... на кухилку. А на ей телепорт. Я тут заметил эти два новых слота. Ну, как новых, то есть... Наконец заметил эти два слота. Интересно, что означает вот этот молоток в мини-заданиях. Возможно, нужно... Вот, кстати. С этим бледным типом надо было поговорить. We all work for a purpose. Так, ну... Висли. Excuse me? Сделал я твою грязную работу. Давай мне сюда экспу и предметы. Ah,
Мадам, судя по всему, совсем параноидальная. Так, что ты мне скажешь? Там разведка была. Я случайно сделал. Хорошо. Don't think you'll be getting any deals just because of your expensive heels. 58 палладиевых. Можно продать оружие. А с одной стороны, конечно, как бы с миру по нитке. No refunds. То есть мы потихоньку накопим большое количество денег таким образом. С другой. Так. Не знаю, не уверен, что это оправдано. Эти вот специальные стабилизаторы, ну не господи, стабилизаторы, бафы, короче говоря, вселялки поставим, пусть они лежат здесь. Так. Ну, собственно, что, мы вернулись на станцию. Давайте на этом на сегодня закончим. Всем спасибо за внимание. Буду крайне рад вашим лайкам и подпискам. Критику конструктивную пишите. Прислушаюсь, к чему будет возможность. В любом случае, буду всем благодарен. Всего доброго. Пока.